Всем доброе утро. Погода у нас сегодня замечательная. Кстати, я вчера ложилась спать и чувствовала здесь вот какое-то уплотнение. Ну вот сейчас утром смотрю, а у меня вот тут вот, видите, что-то выскочило. Я так понимаю, это герпес, но я знаю герпес где-то вот так вот, сверху, снизу, а посреди губы. Прям не знаю, первый раз такое у меня. Вообще у меня герпеса практически не бывает. Кстати, кто заметил мои зубы, напишите, как сейчас вот состояние. Выровнялись уже спустя там сколько, уже не помню уже сколько, когда я их фиксировала. Вот. А тут вот даже щель появилась, короче. Так что медленно, но уверенно. Это маска с авокадом и с помидором. Авокадо и помидор. На, я не умею. Давай, я буду держать камеру. Не надо. Так, ну что, я приехала за Настей. Она ночевала у Настюшки, у своей подружки. Уехали вчера, но мне надо будет ее сегодня забрать. Она должна была, в принципе, вечером приехать. Но не получается, так как я сейчас иду к стоматологу, и Насте моей тоже надо к стоматологу. Она там что-то тянула. Уже-то у нее тут как возле ретейнера что-то треснуло. Короче, надо, чтобы посмотрела ее доктор Арес. Поэтому сейчас я ее жду. Немножко припарковалась не там, где надо. Это, кстати, район, где мы прожили очень долго. Это район Таирова, это один из любимых районов. И мы когда уезжали с этого района, я, если честно, 3 дня ходила и ревела. У нас мы снимали квартиру, и очень-очень-очень хорошие были у нас хозяева квартиры. И мы с ними, как, ну, бабушка с дедушкой, мы с ними дружили, общались, и даже потом общались. Ну, короче, так было как-то грустно немножко. Здесь уже вот какая-то стройка идет. Здесь, кстати, раньше был такой, как, ну, магазинчик или что сказать, вот за забором. Там сдавали костюмы в аренду. Новогодние я всегда брала в сад детям. А вот тут вот. Там сельпо сзади. А наш дом вот чуть-чуть выше, вот туда, если подняться, вот так вот повернуть, вот. И вот там вот наш дом был. Короче, так, люблю этот район вообще, обожаю просто. Здравствуйте, Анастейша. Привет. Ну как дела? Нормально. Что у вас нового? Настя поправит то, что... Настя, кстати, себе очечи подкупила. Отлично. Покажешь? Смотрите, вот такие очки классные, очень. Мне очень нравится. Я бы себе такие, конечно, но на мое лицо немножко форма не... Не форма не подходит, они как-то узкие на меня. Ну как в гостях? Нормально. Все хорошо? Да. Посмотрели вчера футбол? Да. Ты вообще до 3:30 утра не спала. Здравствуйте. Мне вообще спать не хотелось. А Настя спала? Настя. Настя сегодня в 7 утра уже мои сторисы смотрела, поэтому. Поехали. Поехали. Приехали домой. Кстати, мы заехали с Настей еще за этим, за Дианкиным паспортом. Сделали ей загранпаспорт, потому что у нее старый уже все просрочился. Но мы сделали на всякий случай паспорт. Так что полдня пробегали, полдня проездили, куча дел сделали. Надо меня же внимать, ну фирал, ну ёп! Настя, в чем дело? Да. Нет, я же всех приеду, Фирасову, в этот раз. Все, уже все пришли домой. Ой, ничего себе, Настя, смотри, Диана сразу за книжку взялась. Фирас, давай полез. Разборки. Но он хочет тебя обнять.
Ты видела Диану? Кстати, как вам загар Дианочки? Диан, покажись. Обиделась, потому что ее раз забрал с улицы, а ребенок еще хотел гулять. Мама, ну, меня наругала. Что за несправедливость? Мама не ругала тебя. А мама сказала, что ты вообще не пойдешь на улицу, если ты будешь психовать. Да иди сюда, ты я ставила уже. Живи! Вот! Бачила? Живи, все оранжевое вот стоит. Бачила? Рыбку подкинул, рыбу подкинул. Вы видели рыбу подкинул? Идем на этот лифт. Пойдем. Диана что-то взяла себе тут какие-то резиночки. А ты резинки взяла? Что ты собираешься плести? Я хочу поехать потом купить еще много резинок, потому что мне мало. Ты надушилась, и у тебя вот тут вот еще этот. Видно, что ты надушилась. Ручками. О, мы воду не взяли. А где ваша вода? Или вы ее на улице оставили? Молодец. А, он взял все. Он смотрит бутсы. А что тут у тебя? Бутсы. А ну-ка. Можешь показать поближе? Тебе скинули? Эй, какие тебе тут? Не, ну это все шипованное. Тебе не подходит на нашу площадку. Да? Тебе надо без шипов. Нет. Нет, Сенечка, ты у нас не сможешь на площадке бегать. Такие есть зигзаг. Ну, вот такие, не знаю. Вот такие? Зигзаг идет вот так, типа. Типа держит на плитке, на это все. Он говорит, это такие, которые без зигзаг можно упасть. Конечно, ты шо, это только на этом.